Приветствую, Сергей. Да, меня готовят. Ну так, хорошо. Так, отлично. И в эту камеру, да? Ну, готовы? Поехали, снимаем. Освобождение Европы Красной Армии в 44-45 годах. Казалось бы, простая тема. Мы много уже знаем, много что опубликовано, фильмы, хроника. И вдруг в последние десятилетия эти сюжеты, связанные с освобождением Европы, неожиданно превратились в тему современной политики. В каждой из стран, которая была освобождена Советским Союзом, существуют политические силы, которые не считают это освобождением. Почему эти сюжеты так актуальны сейчас? Вот чтобы в этом разобраться, мы должны уйти опять в прошлое, посмотреть, что тогда происходило. И мы поймем всю сложность этой ситуации и можем многое объяснить. Красная армия вышла к советской границе только в конце марта 1944 года. 27 марта войска Красной армии вышли на участок приблизительно 85 километров на границе с Румынией. Именно вот с этого момента, историки считают, началось освобождение Европы, и в первую очередь Юго-Восточной Европы, от нацизма. Румыния была прямым союзником нацистской Германии, и Румыния поставила очень много войск, и румынская армия оккупировала значительные части территории Советского Союза. Не забывайте, что вся Одесса и вообще вот этот Одесский округ был оккупирован именно румынскими войсками. Румынские войска воевали на других участках фронта, и они были очень активны, кстати, в Крыму. Так вот, это была армия, которая варьировалась по составу, но это почти, как правило, полумиллионная армия, даже чуть больше. И, конечно, выбить Румынию из фашистского блока было чрезвычайно важно для советского командования. И здесь была проведена очень грамотная операция с помощью, кстати, английской и американской разведки. Были проведены переговоры с королем Румынии Михаем, и тот вызвал к себе все руководство фашистской или диктаторской Румынии на, ну, скажем так, сначала должен быть Антонеску, потом другие генералы. Антонеску пришел, его арестовали, а через день арестовали всех других. Таким образом произошел мирный переворот, такая мирная революция. Конечно, король Михай не был последователен. Но вот эта его акция, что он, так сказать, пошел навстречу пожеланиям союзников и в первую очередь Советскому Союзу, так сильно понравилось советскому руководству, что Михай был единственным политическим лидером, которого наградили высшим орденом того времени, это Орден Победы. Болгария граничит с Румынией. Но Болгария была очень специфичной страной. Что интересно, что в сознании нашего народа болгары и Болгария воспринимаются как такой, знаете, вечный союзник, как бы свои, братушки. Но забавно, что если вы посмотрите на историю 19-20 века, руководство Болгарии, сама страна, часто воюет именно против России. Болгария была союзницей Германии, но войну Советскому Союзу не объявила. А объявила войну, как многие историки считают, не совсем разумно, объявила войну США и Великобритании. Поэтому в 1944 году руководство Болгарии находилось под очень сильным давлением и со стороны Советского Союза, и США, и Великобритании. Это вызвало сильнейший политический кризис в Болгарии, которым советское командование воспользовалось. Как? Дело в том, что болгары не хотели ссориться с нацистской Германией. Они хотели, чтобы все было мирно, что они как бы плавно выйдут из войны, но не будут разрывать дипломатические отношения с Берлином. Это очень не понравилось Кремлю и лично Сталину. И 5 сентября из-за нерешительности болгарского правительства именно в этом вопросе Советский Союз объявил войну Болгарии.
Это был, конечно, шок для болгар. И уже буквально, по-моему, даже 24 часа не прошло, меньше суток, они уже попросили о перемирии. Так что война долго не продолжалась. Была продумана специальная операция в Болгарии, когда наши фронты все должны были наступать одновременно, но не продвигаться вглубь Болгарии, а взять только те территории, которые граничат с морем. Таким образом, блокировать Черное море и не дать немцам свободно маневрировать в Черном море и, соответственно, легко продолжать наступление дальше на юг. Что и было осуществлено. Когда Красная армия стала наступать по всему периметру, болгарское правительство поняло, что, в общем, чем это закончится, и было дано указание болгарским частям не сопротивляться. Венгрия была тоже одним из активнейших союзников нацистской Германии. Венгерские войска воевали на территории России, особенно активно в районе Воронежа, на юге России. И нужно прямо сказать, что так же, как и все войска сателлитов, они ответственны за огромное количество преступлений на нашей территории. Поэтому освобождение Венгрии было реальным освобождением страны от нацизма. Без победы над Венгрией невозможно было развивать успешное наступление в Германии. И войска наши воевали в Венгрии ожесточенно. И это была, наверное, самая тяжелая часть окончания Второй мировой войны. Бои в Венгрии начались в октябре и продолжались октябрь, ноябрь, декабрь, затем январь, февраль, март. И полностью Венгрия была освобождена только в начале апреля 1945 года. Так что это была очень тяжелая и кровавая страница войны. Несколько проще все было в Югославии, потому что там были очень сильные позиции у левых, и в первую очередь у югославских партизан и их армии, Национальная освободительная армия Югославии, которую возглавлял Тито. Это одна из самых успешных армий, наверное, за всю историю Второй мировой войны, партизанских армий. К концу войны она насчитывала почти 500 000 человек. Это были, конечно, почти регулярные войска, но у них не было тяжелой артиллерии и танков. Поэтому самим освободить Белград и значительную часть Сербии югославам было сложно. И они попросили Красную армию помочь. Это единственный случай в годы войны, когда вот будущее руководство страны официально обратилось к Москве помочь освободить Югославию от оккупантов. Что советская армия сделала очень быстро, понадобилось всего 2 недели, а потом войска советские были выведены. Что интересно с освобождением Европы, что у каждой страны была своя специфика. В каждой стране существовали свой спектр политических сил, который очень сильно влиял на то, как складывалась ситуация. И, наверное, сейчас многие историки вам скажут, что именно Польша в той или иной степени сконцентрировала в себе тот клубок противоречий, вокруг которого развернулась большая дипломатическая борьба. Дело в том, что 22 июня 1944 года, ровно через 3 года после того, как Германия напала на Советский Союз, командование советской армии и Ставка осуществили одну из крупнейших, а точнее самую крупную военную операцию в истории. Это операция «Багратион». Немцы должны были отступить по всему фронту. Глубина удара достигала до 600 километров. Это колоссальное достижение за 2 месяца. Так вот, в результате этой операции войска Красной Армии вышли на бывшую советскую границу и перешли ее, и подошли непосредственно к Варшаве. И казалось, что еще немножко, а это конец июля 1944 года, и Варшава будет взята. Так вот, пытаясь воспользоваться этой ситуацией, лондонское эмигрантское правительство, польское, оно эмигрировало в Лондон в 1940 году после поражения Франции, решило воспользоваться этой ситуацией, поднять в Польше восстание, в первую очередь в Варшаве, и сделать так, что когда Красная армия возьмет Варшаву, там уже будут как бы легальные институты власти.
Самое плохое, что сделали поляки, они не проинформировали об этом восстании советского руководства. Премьер-министр Польши Миколайчик находился в момент начала восстания в Москве 1 августа. Он встречался со Сталиным и во время первой беседы ничего не сказал про восстание. И помощи даже не попросил. И только когда уже стало ясно, что восстание началось, и оно, по всей видимости, будет испытывать большие трудности, польский премьер-министр попросил у Сталина помощи. Это было уже 9 августа. Но, как ни странно, сейчас существует такая тенденция и в Польше, и в западной литературе, в первую очередь в англоязычной, представлять события тех лет таким образом, что советские войска специально остановились в Польше, чтобы погубить восстание в Варшаве, не дать этим полякам, которые не были ориентированы на советскую власть, взять власть в Варшаве. Сейчас, когда у нас все архивы открылись, и мы видим уже вот эту всю подоплеку, мы очень хорошо понимаем, что советские войска на излете операции «Багратион» были измотаны, и у них реально не было сил сходу взять Варшаву. Немцы нанесли точечные контрудары, остановили Красную армию и нанесли поражение восставшим полякам. Они долго сопротивлялись, героически, почти 2 месяца, но вынуждены были капитулировать. После этого ситуация в Польше кардинально изменилась. Потерпели поражение именно те силы, которые были ориентированы на польское эмигрантское правительство, и уже под влиянием советского руководства стали побеждать левые силы. И окончательно Польшу освободили уже только зимой 1945 года. Важно еще отметить 2 страны, которые тоже повлияли на события в Европе в конце войны и после войны. Это Чехия и Словакия. Гитлер создал марионеточное государство в Словакии, где был свой такой диктаторский режим. И словаки даже помогали Гитлеру войсками. А Чехия была полностью оккупирована. Там был создан специальный протекторат. Поэтому вот эти 2 страны как бы существовали параллельно. Хотя в международном праве это была Чехословакия. После того, как Гитлер осенью 1944 года решил послать свои войска в Словакию, это вызвало недовольство значительной части населения, и там поднялось восстание, которое тоже поддержало советское руководство. Туда даже было послано 10 специальных партизанских групп, отрядов. Они помогали организовывать сопротивление. Но это повлияло потом на события в самой Словакии. А вот Чехию пришлось уже освобождать решительным марш-броском в мае 1945 года. Если вы посмотрите во многих энциклопедиях, то война как раз считается, что и закончилась этой последней наступательной операцией Красной армии. Это бросок нескольких армий на Прагу. Вместе с тем, в литературе и в интернете вы можете встретить массу материалов, которые утверждают, что на самом деле Прага была освобождена не советскими войсками, а так называемой дивизией Власова, генерала Власова. На самом деле это довольно сложная ситуация. Действительно, там оказалась Власовская дивизия, но вопрос, как она там оказалась? Дело в том, что Гитлер не разрешал создание каких-то частей из русских до конца войны. И только когда уже у Германии была безвыходная ситуация, они решили создать несколько армий под руководством генерала Власова, который предал свою страну, присягнул Гитлеру, в общем, перешел в подчинение СС. В конце войны главным начальником Власова был Гиммлер. И одна дивизия, вот ее сделали, это почти 20 человек, ее направили на фронт. И представьте себе, что руководству дивизии не понравился рельеф местности. Им показалось, что там, она, там реки, горы, в общем, неудобно там было воевать. И они самовольно снялись с фронта и вместе со всем вооружением стали отступать, бежать навстречу англичан и американцев, чтобы им сдаться. Так случайно они оказались в районе Праги.
В это время там началось восстание. И часть дивизии, будучи людьми, ну, славянами, они решили помочь братьям-славянам в их как бы вот сопротивлении нацистам. Сам Власов, это принципиально нужно сказать, был против помощи пражскому восстанию. Он не хотел. Поэтому это было сделано вопреки его воле. Дивизия помогла. Она задержалась приблизительно на 2 дня в Праге. Она внесла сумятицу в поведение немцев. Но немцы все равно решили нанести поражение восстанию в Праге и решили Прагу оккупировать. Так вот, тот контрудар, то наступление советских войск, которое было направлено в Прагу, это было не только освобождение Праги, и это мало кто знает, это был контрудар против миллионной группировки немецких войск под командованием фельдмаршала Шернера. Потому что даже после того, когда была подписана капитуляция в Берлине, Шернер отказывался сдаваться советским войскам. Он призывал войска свои сопротивляться как можно больше и убивать русских везде и так далее. И сдаваться только американцам. Высшее руководство Красной Армии добилось впечатляющих успехов, а главное, командный состав был хорошо подготовлен. Все знали свои задачи, и командующие войсками были люди с широким кругозором и опытные уже. И это касается не только известных фамилий, как Жуков или Василевский, или Рокоссовский. На каждом участке операций, будь то Болгария Толбухин, будь то Чехия Конев, или Мерецков, или Антонов, начальник генерального штаба, каждый командующий прекрасно понимал свою задачу. Несмотря на то, что каждая операция была специфична по-своему, вот что отмечают военные историки, мы имеем дело с гибкой маневренной войной. У нас уже рассекречены, мы знаем все эти документы немецкие. Они прекрасно понимали приблизительно, где будет наступление. Немцы прекрасно понимали, будет наступление на Берлин, будет наступление в Югославии, на Белград, будет наступление в Румынии, но они никак не могли угадать направление главных ударов, потому что, как правило, это были сходящиеся направления ударов, причем иногда армии могли остановиться на сходящихся направлениях, а потом удар наносился по центру. Или, например, как в Болгарии это было продвижение вообще по всему периметру. Сильнейший удар был нанесен в Югославии прямо в лоб немецкой группировки, они этого не ожидали. И они не могли понять, где Красная Армия остановится, где будет продолжать. А освобождение в Восточной Европе – это череда крупнейших военных операций, подкрепленных крупными политическими действиями, подкрепленных советской дипломатией. Эти операции продолжались более 13 месяцев. Они начались с конца марта 1944 года и закончились только в середине мая 1945 года. Советские войска участвовали в освобождении более 9 стран Юго-Восточной Европы. И не все знают, что окончательно боевые действия в Европе закончились только в середине мая. Последнее сопротивление немцев было словлено Северной Словении 15 мая 1945 года. Что важно сказать, что освобождая Европу, советские солдаты не думали, какой строй они там устанавливают, какие политические силы придут к власти. Задача была победить фашистскую Германию и ее союзников. Она была выполнена. Потери были очень большие в каждой из стран. За Польшу отдали более 600 тысяч жизней. За Чехию и Словакию более 100 тысяч. И это довольно скорбный список. Поэтому те могилы, которые существуют в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, это могилы тех воинов, которые отдали свои жизни именно во время боев за эти страны. Эти памятники, которые там воздвигались, они воздвигались на волне той искренней благодарности советским войскам, что они принесли
людям свободу от нацизма. И что важно, когда Красная Армия вступала на ту или иную территорию, войскам выдавались специальные памятки и делали специальные официальные заявления на высшем уровне, что Советская Армия не вмешивается и не будет вмешиваться во внутриполитическую жизнь той или иной страны. Эта победа досталась очень тяжело. Погибло почти 1 000 000 советских солдат и офицеров. Почти столько уже было ранено. Поэтому для советской страны это незабываемая страница истории войны.